пока не поздно и нужно, и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения. Какие бы ни были вот сейчас намерения ваши, благородными, может быть, как вам объяснили, это удар в спину стране и президенту. Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Это не военный переворот, это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам. Мы воюем только с профессионалами. Но если кто-то встанет на пути, мы уничтожим все, что будет вставать на пути. Мы протягиваем руку каждому. Не нужно плевать в эту руку. Мы идем дальше, идем до конца. Через 10-15 минут трогаемся.